У вас в селении имеются дети-сироты? Нету. Дети-сироты? Ну, сирот, круглых вы имеете? Нет, я не круглых. Один родитель. Да, есть. Они записаны сюда? Нет. А почему? Ну, они сказали многодетных, но дети сирии, которые вернулись, и дети под опекой. Но слушайте, под опекой нет у нас. С одним родителем есть, да. Вот, это сирота называется. Да, я знаю, вы, что это. Вы ребенку сироту не написали, а написали вашу невесту. Ну, сказали многодетных мамаш без дохода. Понимаете, вы работаете в администрации. Я, да, работаю. Вы работник администрации. Да. Вы приписали свою невесту. Она же тоже хорошо. Такая же гражданка. Назирова Заира Мирзамагомедовна. Она этот самый, брата сноха. Тоже многодетная мама, своего жилья нету. Муж и жена не работают, живут огородами. Ну вы понимаете, вы можете поехать, вы опять же, приехать, у нее поехать. Муж есть? Есть, я же говорю, огороды сажают. Да. Вот все этим занимаются, ну дай Бог, они же не, у них дети не сироты, нет, не дай Аллах. Не дай Аллах, да. Никому. Сейчас мы пройдемся с вами, проверим по адресу. Пожалуйста. Хорошо? Да, пойдем. Брат вот, да? Да, брат в доме, сын. Ему невеста тоже. Здравствуйте. Где живет, да? Да, да. Как меня зовут? Заира. Назирова Заира. Да, да. Уважаемые, Маржанат там? Да, Маржанат Муратханов. Вот эти деньги выделены в этот месяц Рамадан нашим уважаемым сенатором Сулейманом Керимовым, детям-сиротам. Вот там... И слушайте, да? Ага. Детям-сиротам, детям, которые не имеют хотя бы одного родителя, без попечения, которые остались, вот именно таким. А те люди, которые вот здесь, ваша невеста, вашего брата невесты, ваша уборщица администрации, они не попадают в эту категорию. А вы взяли их приписали. Вот смотрите, слушайте, это да? Хорошо. Вы взяли их приписали. Разве так можно? Хорошо. На вас жалоба пошла за то, что вы вот их приписали. У вас сколько? 4. Они сюда достали? Большая, небольшая, я не знаю. Да, не небольшая, не большая. Поможет мне? Можно рабочий идти в Москве. Рабочим? Да. Старший ребенку сколько лет? 15. Вы тоже не работаете? Все, все. Здесь? Нет, небольшая. У вас номер карты есть? Да, есть. Или банковские карты. Есть. Это тоже есть? Нет, да. Все получено. Так, данные. Сможете смотри. Ее данные тоже возьми. Фамилия, имя, еще паспорт. Ну, все, что нужно. Скажи. Копия паспорта? Реквизиты банковские.